всех участниц футбольной звезды караоке, финалистки. Давайте, давайте, не стесняйтесь, вы сегодня шикарно выступали. Ну а почему ты девчонок что из школы не позвал? Пока еще музычку пока не выходят. Такие красивые. Можно им поаплодировать? Сегодня именно они делали все шоу. Мы хотим поблагодарить нашего партнера «Караоке-актер» за то, что он нас впускает, за то, что он нам дает именно добродушную атмосферу в этом заведении. Здесь действительно приятно петь, профессиональный звук, и ты себя в любом случае чувствуешь настоящей певицей. Спасибо большое, «Караоке-актер». Я напоминаю, что сегодня в жюри были заслуженный артист России Евгений Шакрай, рэп-исполнитель, композитор, основатель рубрики «Рэп на злобу дня» телеканала «Пятница» Энн Джон, представитель продюсерского центра «Филимонов». Можно еще больше аплодисментов. Ребят, действительно была очень сложная ситуация, чтобы выбрать из вас таких семи прекрасных, очаровательных, неповторимых, совершенно просто девушек. Каждый из вас по-разному, но все-таки выбор был сделан. Я хочу, чтобы девушки, которые мне сегодня помогают, сейчас внесли подарки и подарили вам от нашего партнера «Лошадиная сила». Можно вручать. Можно вручать громкими аплодисментами. А «Караоке-актер» получают сертификаты. Сейчас, секундочку. Что с ними делать, я вам потом расскажу. Но самое главное, что на них вы здесь можете хорошенечко отдохнуть. Ну что же, у нас главный приз. А главный приз у нас — это заветный подарок. Но перед этим мы хотим наградить наших самых главных и почетных гостей. Ребят, выйдите, пожалуйста, к нам на сцену. Девушки, пожалуйста, выдайте подарки. От женской футбольной лиги «Пантеон» мячи. И от наших партнеров «Лошадиная сила». Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы приезжаете. Мы вас очень сильно любим. Мы очень радуемся, когда вы с нами. И еще раз приедем и к вам в гости. И обязательно пригласим на следующее наше мероприятие. Я надеюсь, вы приедете к нам? Спасибо большое. Ну что же, кто же победитель? Всех интересует очень сильно этот вопрос. Можно пофотографировать? Можно, можно. Да-да-да-да. Я хочу сказать, что такой награды, которую сегодня девушка получит от Наис, еще не было. Это эксклюзивная работа. Рок, ремар, декор, винтажная мебель, уникальные предметы интерьера. Именно эти люди сделали, а точнее один человек сделал сегодня эксклюзивный подарок, который получает вот такая вот статуэтка. Нам нужно фанфары, барабанную дробь, что-нибудь. Итак, футбольная звезда «Караоке» становится Елизавета Липатова!
следующего сезона женской любительской футбольной лиги. Партнер.